Курнос, ну и что ж, чем я парень нехорош в жизни? Леонид Харитонов. Судьба подарила ему роль кумира поколения. Не мог не зайти к вам, чтобы это, так сказать, засвидетельствовать. Он не мог и представить, что спустя годы она безжалостно отберет эту роль. Но разве это самое важное, кем я буду? Каким буду? Вот главное. Наступит время, когда не придется выходить на съемочную площадку. В родном театре он будет невостребованный и окажется лишним. Не надо с ним так уж общаться. Поклонники его забудут. Я им избу полностью отписал. Они мне за это фамилию исправят. А кто-то будет думать, что он давно умер. Мы снимали эпизод, когда танк подбивают, несут его на руках. Когда его мимо меня проносили, он мне шепнул: прошу тебя, не убивай меня, не убивай, пусть принесут, не убивай, не... я еще хочу тут пожить немножко. Драма Ивана Бровкина. В субботу на ТВ Рус.